«Газпром» с сегодняшнего дня возобновил подачу газа на Украину. По словам главы концерна Алексея Миллера, поставки стали возможными после того, как от «Нафтогаза» поступила предоплата в 234 миллиона долларов из обещанных в октябре 500 миллионов. Напомню, в конце сентября Москва, Евросоюз и Киев договорились о так называемом «зимнем пакете» в 2 миллиарда кубометров топлива. Предполагалось, что поставки начнутся 1 октября, однако переводить деньги Киев начал только сейчас. С учетом заявки Украины на максимальный режим поставок до конца месяца «Нафтогаз» успеет закачать в подземные хранилища объемы, необходимые для отопительного сезона и бесперебойного транзита в Европу. Стоимость российского газа со скидкой для Киева в четвертом квартале составляет 230 долларов за 1000 кубометров.